Чтобы работать и помогать жителям, не нужно дожидаться дня голосования, уверены кандидаты в депутаты районных советов. Но соблюсти процедуру и подать документы в избирательную комиссию все же нужно. За этим и пришла кандидат по партийному списку от партии «Единая Россия» Елена Борискина. Сейчас формируется команда неравнодушных людей, которые хотят решать нужды жителей нашего района, хотят участвовать, активно участвовать в общественной и политической жизни не только района, но и города, и всей страны. Персональная ответственность каждого кандидата, а впоследствии депутата, возрастает в связи с реформой местного самоуправления. Люди будут знать в лицо тех, кто представляет их интересы и к кому идти за помощью в решении насущных проблем. Именно поэтому отбор кандидатов проводился так тщательно. Сформировался у нас список из 48 человек, куда вошли наши достойные кандидаты. Это наша команда, я думаю, с которой мы пойдем дальше до 13 сентября. Сегодня партийные списки кандидатов поступили в территориальную избирательную комиссию Ленинского района. После приема документов комиссия займется их проверкой. На сегодняшний день у нас, значит, подали документы 5 политических партий, значит, 61 человек. Один самовыдвиженец. Документы будут приниматься до 24 июля включительно. По такой системе выборы в столице региона пройдут впервые за последние 25 лет. Новый уровень власти, до которого можно дотянуться рукой, будет сформирован в каждом районе Самары. Выборы пройдут 13 сентября. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.